Как выбрать крестного для ребенка, если вокруг нет воцерковленных людей? Ну, так не бывает просто. Это вопрос не из жизни, из сказки. Вокруг есть воцерковленные люди. Всегда. Много или мало, но есть. Нет среди родных, есть те, кто не родные по крови, но есть люди. А лучше выбирать в крестных, я вот такого правила держусь, того, кто молится, того, кто будет молиться своих крестников. Потому что, сказать так, кто будет учить доброму, кто будет общаться, кто пример подаст. Пример. Всегда будет на высоте примера быть этот крестный. Неизвестно. А ведь неизвестно. Например, всегда будет добрым учить. А общение всегда будет на пользу. Вот. А можно будет учить масленицу, как проводить, тряся салом на сцене. И чего это? Совсем не масленица будет учить, тогда уходит. Так ведь так. Поэтому, хотя и крестный, поэтому я глубоко убежден, это то, во что кто будет молиться. Великий, малый молитвенник, но человек поцерковленный молится, он, например, вот я молюсь, например, да? Я не надеюсь на силу своих молитв. Это мой долг, я обязан, я молюсь. Но я знаю силу моей молитвы. Это гниль сплошная, так себе, украшение помойки. Поэтому если молитву, чтобы усилить, я как, что я делаю? Я прихожу, не только дома молюсь, в церкви прихожу, записочку подаю, церковь молится, и я поминаю. Я усиляю свою молитву, молитву церкви. Я кого там записываю? Ну и крестников, конечно. А крестников как же их забыть-то можно? То есть редко ли часто, но постоянно молитвенное за крестников. И вот я вам хочу поделиться своим опытом без подробностей. У меня на сегодняшний день крестников к 60 подходит. Среди них есть такие, которых крестил давным-давно, вот такими. Причем не даже не крестил, а вот как говорили мне. Звонили, говорили, мы заочно тебя запишем, ты не против? Я говорю, у меня нет выбора. Я всем отвечаю одно и то же. У меня нет выбора. Писание написано. Приходящий ко мне, я погоню вон. У меня нет права гнать. Отказывать нет права. Поэтому, если вы на меня это хомут кладете, значит, надо тащить. Вот. Только меня хотя бы имя. И многих ты видел, не видел. Вот мне не так давно мне сказали, а ты поминаешь ли вот ее-то на твоей крестнице? Батюшки, я и не знал. А почему забыл? А мне никто не говорил. Просто забыли они. А, ну они просто забыли. Теперь нельзя забывать тогда. Нельзя забывать, все записал. И вот что хочу поделиться с вами опытом. Сколько и какие ситуации, да? На многих влияния никакого человеческого даже не было возможности оказать. И среди этих крестников, вот слух говорю, и вот таких пор крещенных. И меня заочно записали, я не знал. Только все, что я делаю, это правду говорю, молюсь. Но не на свою молитву надеюсь, а вот вместе с церковью. Вот. Из всех крестников нет ни одного безбожника. Ни одного. Все сознательные православные. Вот какие они хорошие, плохие, Бог здесь сюда свое решение вынесет. А так все Бога знают по-настоящему. Вот я вижу плод молитвы не моей, простите, конечно, я оговариваюсь, да, а то, что церковь, я вместе с церковью. Если я молился, там, наверное, только одни были рецидивисты. А это вот с церковью. Поэтому главное, что человек церковленный и будет молиться вместе с церковью и своих крестников. Вот это главное условие. Я убежден в этом.